понедельник, 21 мая, в Рязани открылся новый интерактивный музей «Фабрика игрушек». Гости музея могут узнать, как изготавливается и расписывается елочная игрушка, увидеть современные и раритетные экземпляры. На территории всего музея обустроены новогодние фотозоны советской эпохи и в европейском стиле. Ни один гость не уйдет из музея без красивой фотографии на память. Сама экскурсионная программа построена в виде квеста, проходя который дети и взрослые собирают ключи для открытия следующей комнаты. А в конце всех ждет мастер-класс на выбранную тематику. Это может быть и роспись елочной игрушки, полимерная глина, декупаж, сухое валяние или что-то другое. Понравившиеся экспонаты в музее можно купить. Выбор огромен, от традиционных елочных шаров до тематических наборов. Рязанская фабрика игрушек стала четвертым музеем игрушки в России. Подобные музеи есть в Клину, Нижнем Новгороде и Москве. Посетить музей можно в любой день с 10 до 19 часов. Адрес: улица Мюнстерская, дом 3. С приветственным словом к первым гостям музея обратилась заместитель главы администрации города Рязани Елена Сорокина. Позвольте приветствовать всех вас от имени исполняющего обязанности главы администрации города Рязани Сергея Юрьевича Карабасова и поздравить с таким замечательным событием, да, настоящим событием, открытием в нашем городе настоящего музея «Фабрика игрушек». Появление любого объекта – это всегда замечательно. Мы приветствуем это в нашем городе. Но уж когда у всех рязанцев, у маленьких и у больших, появилась возможность погрузиться в сказку, это достойно всяческих похвал. Я думаю, что в музее будут рады всем. Всем, кто захотел бы погрузиться в мир фантазии, в ком еще не погиб ребенок. Дорогие друзья, мы не сомневаемся, что музей, сегодня который у нас создается, открывает свои двери, получит новое дыхание, будет продолжать свое развитие. Мы ожидаем новых интересных проектов и, конечно, такой музей повысит туристическую привлекательность нашего города.